Водолей, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта для вас на начало месяца – это тройка мечей. Может, вы в начале марта узнаете какую-то правду, да, но эта правда для вас будет болезненной, да, очень тяжелая. Здесь может быть для тех, которые находятся в отношениях, постараться не входить в отношения треугольника, да, не входить как третий человек в отношения, да, но то, что вы уже в март месяце заходите с разбитой сердца, да, для вас это тяжелое, да, начало месяца. Давайте посмотрим следующая карта, что будет это касаться. Это, как я сказала, все карты подтверждают не входить в третьи лишние в отношения, потому что у вас, может быть, потом будет как разочарование, да, вы потеряете ваше счастье, вашу радость, то, что у вас есть на данный момент. Следующая карта для вас, мои дорогие, это карта четверка пентаклей. Уходите от таких, это самое, потому что здесь, может быть, знаете, у вас как будто... Может быть, вы разбиты в тех отношениях, которые находите, и понимаете, что нету здесь эмоций, да, человек не хочет, да, человек эгоист, да, человек ревнует сильно, да, здесь может быть только человек с вами рядом для того, чтобы вот эту свою радость получил, да, свои вот эти праздники, да, человек, ему хорошо с вами, это самое главное, да. Здесь как бы это сам для тех, которые по финансам, вот если сказать, здесь может быть то, что вы ожидали какие-то финансы в начале марта, но здесь как бы не то, что вы бы хотели. Давайте посмотрим следующая карта для вас, восьмерка мечей. Восьмерка мечей показывает, что уже на середине вы горите изнутри, да, вы горите, что у вас нету возможности, думаете, что нету возможности. Хотя здесь, если развязать глаза, да, и посмотреть вокруг, что происходит, у вас есть возможность. Здесь только вам нужно не разочароваться, что у вас вот именно вот это происходит, да, и постараться не входить, как я сказала, в других отношений, потому что в середине вы все-таки это почувствуете, да, вы почувствуете, что что-то не нужно было. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — карта шута, карта обнуления, обновления. Уходите от таких отношений, если вы понимаете, что это, да, закрыть это, потому что вы, как я сказала, что вы будете гореть. Да, вы будете, да, у вас произойдет, будет происходить обнуление, да, все-таки обнуление в лучшую сторону или в худшую, я не знаю, но мы все-таки из-за этого дальше посмотрим, посмотреть, да, какое обнуление в вашей жизни все-таки пойдет, если вы войдете в этих отношения. У вас что-то закончится, да, у вас, может быть, узнает. Да, про то, что у вас есть на стороне отношений. И здесь, может, это завершение будет, да. Здесь, может быть, для некоторых будет, вот когда думали, что нету возможности что-то построиться, обустроить на новую работу, найти новую работу, здесь как будто все-таки у вас происходит, да, все-таки вы поставите точку, да, вы все-таки решите проблему уже в середину, да, все-таки вы найдете вот решение вашей проблемы. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Карта влюбленный. Карта влюбленный показывает двойство, да, может это партнерство, у вас может быть карта выбора, то, что вы будете в конце месяца перед выбором, да, вы нужно будет сделать какие-то шаги, да, правильные какие-то шаги, правильный какой-то выбор, да, тем, которые в отношениях, да, я как сказала, постараться сохранить те отношения, которые у вас есть, потому что они искренние чувства, да, человек любит вас по-настоящему, да, не стараться входить в других отношений. Следующая карта на конец месяца, тройка пентаклей, вкладываться в тех отношения, которые у вас есть. Если вы хотите менять работу, это то время в конце марта поменять, потому что здесь есть возможности найти работу. Да, если вы хотите повышение знаний, квалификации, здесь тоже есть то время, когда спокойно может делать этот выбор и эти шаги вперед. Давайте посмотрим карту совета, что вам высшие силы советуют. Не фантазировать, а вот убрать какие-то, вот, да, поставить точки на ваши иллюзии, на ваши мечты. Если кто-то мечтает, что все будет хорошо и будете иметь три, ну, знаете,
как треугольник отношений, вы сильно ошибаетесь, потому что эти отношения все-таки, если в свое время между вами будет обновление, все-таки будет завершение тех стабильных отношений, которые у вас есть, и вы пойдете в такое состояние, когда будете гореть изнутри. Здесь вот именно нужно стараться не входить в иллюзии, в фантазии, в мечтах, а жить то, что происходит на данный момент в вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайся по номеру телефона, который указан на экране. Для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.